Еду коренных народов Севера предложили включить в космический рацион. Как сообщает портал «Национальный акцент», эксперты предложили включить в рацион космонавтов продукты коренных народов Севера. Это могут быть, например, ягоды. По его словам, это сырье будет интересно испытать как перспективное для включения в космические и подобные им рационы. Тем более, что уже сегодня ученые ищут способы, как обеспечить нормальную жизнь людей в условиях уже не многомесячного, а еще более длительного пребывания в космосе, например, при перелетах к другим планетам.